Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Сергей Лысов, и на нашей следующей лекции, посвященной договорам поставки, мы поговорим с вами о взыскании неустойки, о распределении бремени доказывания при взыскании неустойки между поставщиком и покупателем, а также какие аргументы может привести сторона для того, чтобы снизить размер неустойки либо добиться освобождения от ответственности. Увидимся на видеоконсультант.